подозревать об этом плохом канале. Сегодня видео не о Харлиях, вот, хотя, наверное, это даже как-то удивительно. В каком-то смысле, хотя это же не Харли ТВ. Хотя, что плохого в Харли ТВ? Так вот, о мотоцикле Кавасаки. Кавасаки! Вот. Не менее легендарным в каком-то смысле. Вот. Это название вот не могу выговорить. КЗ-1000П. Вот. Поли... Фу, блин. Короче, полицейская версия Кавасаки. Выпускался этот мотоцикл аж на 25 нах лет. Вот. Что говорит о том, что, блин, хороший был мотоцикл, видимо, раз он столько лет выпускался. Вы этот мотоцикл могли видеть, естественно, в фильме «Терминатор 2. Судный день». Этому фильму, между прочим, 30 нахер лет. 30 лет, 91 года, ребят. Я этот фильм, кстати говоря, такое воспоминание, смотрел, ну, конечно, большим интересом, как бы, да, детство, там, вся фигня. Вот, но... У меня после этого фильма вообще не возникло никакого желания купить мотоцикл. Ни Харли Дэвидсон, на котором ездил там Терминатор, небезызвестный Фатбой, ни вот это чудо. Вот, вообще никак. Просто, ну, фильм прикольный, вообще вопросов нет. Вот, там вот самая ботва, все дерутся. Кстати говоря, Терминатор прилетел в предыдущем, если мне память не изменяет, фильме, и, да, первом, из 29-го года, мы еще до этого не дожили, так что... Это все впереди. Вот. Еще этот мотоцикл был в Mad Max'е. Вот. Еще каких-то фильмах Чак Норрис вроде на нем ездил. Еще, ну, вот, как бы вот этих вот годов. Почему, собственно, он туда попадал, в эти фильмы? Потому что на нем ездила полиция Соединенных Штатов. Вот. Хотя, как оказалось, вот из того, что я смотрел, по крайней мере, поискал по источникам, это только одна часть Америки ездила, где-то ближе к Калифорнии. Вот, а другая часть Америки так и ездила на Харлиях. Почему это произошло? В каком-то смысле, вообще у американцев есть такая тема, в каком-то смысле, вот, я уже ее не первый раз уже ловлю. Например, Apple в свое время для учебных заведений поставлял компьютеры, вот, и вся Америка училась на Apple. Вот. А Харли Дэвидсон для полицейских поставлял вот эти вот Электро, Кинги там встречались. Вот, и вот Кавасаки сделал вот такую вот модель КЗ, блин, 1000, блин, не могу это выбрать. Ну, окей, ладно, 1000, короче. Вот. Просто в то время Харли Дэвидсон переживал не лучшие времена, нифига, вот, по причине там того, что его продали АМФ, там, короче, качество, вот как раз продукции, там, Батарабл Шовел Хэд, и на рынок двинули японцы, там, со своими мотоциклами, и, как бы, очень конкретно все потеснили. Индиан до этого помер достаточно давно, уже, там, в 50-м году, от него осталось только одно название. Все остальные тоже дышали на ладан, и вот после чего, соответственно, Харли Дэвидсон выпустил мотор Эво, и после чего, собственно, у него начался вообще какой-то рост. А до этого это была, как бы, вообще конкретная жопа, вот, в которой, собственно, вот японцы, как бы, там, перегнали все, что можно, и вот, и пытались там продавать большое количество. И именно в это время вот этот мотоцикл был в Америке популярным. Он до сих пор достаточно популярный, хотя, например, вот этот конкретный мотоцикл, на котором я ездил, в котором мы сегодня с вами поговорим, он что-то порядка 200 тысяч здесь продавался, уже продан. Просто это я снимал осенью еще. Вот. То есть, ну, недорогой, в отличие от там, вот, Харлей тех годов, как бы, вот, мотоцикл вот этот, он, как бы, нифига недорогой. Что я могу сказать? То, что в ролике, наверное, я не сказал. Мотоцикл похож на бешеного коня. Вот, потому что ехать на нем реально сложно. То есть, ну, может быть, мне с непривычки сложно. Может, ребят, вы какие-нибудь там спортоводы или еще что-нибудь, там, и вы на такой сядете, или еще легко поедете. Мне вот после круизеров на нем было ехать, ну, блин, как бы очень так стремновато. Такое ощущение, что он тебя хочет скинуть просто. Вот, потому что у него очень высокий центр тяжести, он совершенно по-другому едет, чем я, ну, к тому, что я привык. Ну и все остальное тоже такое забавное, хоть это и литра, в общем-то, ну, как бы не так уж и много, и не так уж и мало, то есть, с одной стороны, вот, но едет он, ну, так, конечно, специфично, ну, вот, ну, и на всей японской технике, лично у меня, на которую я ездил, ребят, на огромном количестве мотоциклов, вот, ощущение, что ты, старый японец, едешь в порт за мясом для суши, то есть, за рыбой для суши, вот какое-то вот такое ощущение. Такой вот старины, что ты вот прям вообще тебе 1000 лет. А вот на Харли, например, этих годов вообще такого ощущения нет ни в каком смысле. Вот как,
парадокс, не знаю почему. Вот, на, может быть, на Энфилде вот я поезжу, может быть, я тоже расскажу вам какие-то впечатления, вот еще в ближайшее время планирую. Вот тоже такая прям олдовая фиговина. Ну вот на японском вот такая. То есть, ну, может быть, он какой-то поветшалый был именно вот этот экземпляр. Ну, тем не менее. Вот такая вот история про этот мотоцикл. Вот. Ну и теперь смотрите мои впечатления о нем. Вот. Ну, короче, терминатору было непросто на таком ехать. В общем, ну, очень специфично, конечно. Хотя, кстати, не могу сказать, что неудобно, но вот посадка сама по себе. И вот у него вообще амортизаторы, конечно, задние есть, но я как бы с трудом их нашел. Здесь 4 карбюратора, ну, как любят все японцы, у них же тяжело, как бы, с простотой. Надо всего очень много. Вот. Седло откидывается вот так. Сейчас, конечно, попробую показать, может, получится. Короче, вот мне здесь замочная скважина, вот такая, она так чпык, и вот так откидывается седло. Вот, а вот это воздушный фильтр. Вот такая вот херня. Вот. Ой. Надо ее зажать, что ли? А, нет, о, закрылась, закрылась, ура. Вот. Это номер полицейский. Вот, он это настоящий полицейский мотоцикл из Калифорнии. Вот. Ну, как, ну, это интересно, конечно, ну, в плане каком-то историческом. Вот, потому как, ну, ёкарный бабай прямо из кино. Мотоцикл. На нем ехать, конечно, народ оборачивается и сразу сдается. Потому что сразу видно, что едет либо терминатор, либо полицейский. Вот. Так что вот такая штука. Кроме очень жесткой подвески, у него очень высокий центр тяжести. То есть у него, ну, центр тяжести вообще где-то вот тут. То есть даже не тут, а вот где-то тут. Вот. Он, ну, не, мягко говоря, странен в управлении. То есть он какой-то ближе к спорту, вот, на мой взгляд. То есть, ну, наверное, для каких-то резких прохватов полиции, вот это было бы, наверное, может быть, и прикольно. Вот, но. Вот, не знаю, мне не, очень непривычно, конечно. Он издает интереснее такой шелест. Вот, у него такой звук забавный. Вот, не могу сказать, что это самое, ну, литр же. Не могу сказать, что, ну, как бы такой явный, ну, в смысле, яркий. Вот, ну, какой-то он там есть. Вот, извините, не помыли. Вот эта крышка от этого бардачка, она где-то тут валяется. Вот, а, кстати, я же недавно рассказывал про... Ротглайд, вот он, собственно, такой кавасачий Ротглайд, какой вам больше нравится. Стекло грязное, ни хрена без него не видно было. Вот, пробег, кстати говоря, в милях. Такой вот, для такого, собственно, не молодого мотоцикла, такой большой пробег, а едет он, в общем-то, достаточно прикольно. Вот, то есть это для тех, кто, ну, вот, любит такой прям раритет, вот, и либо хочет его иметь, в коллекции просто, чтобы он был, вот, либо что-то из него слепить. Вот, потому как, ну, известный же мотоцикл. То есть, наверное, любой видел этот фильм. Если его не видел, посмотрите «Терминатор 2». Вот. Я думаю, что вам понравится. Вот, так что в плане вот, ну, каких-то подделок, ну, достаточно прикольная штуковина. В плане еще чего-то, я думаю, что нет. Я думаю, что вряд ли вы будете ездить на таком мотоцикле на работу каждый день, хотя черт вас знает.